Дима, давай уже, жги. Не понял, чего жечь-то? Как, ну, Наталья, Чумако. Я понял. Наталья. Это страстная амазонка в густых джунглях мужских грез. Это изящная антилопа, осыпающая несметными богатствами своего раджу. Это пестрая кисть, раскрашивающая холст мужского одиночества. Живительная бухта среди холодных безжизненных скал. Ух, Наталья! Наталья Чумакова-Татаринцева! Переживала, естественно, было волнение, мне снился пилон. Я постоянно скольжу по пилону, я где-то падаю, улетаю. Когда я вышла на сцену, я почувствовала расслабление. И я лежала уже, наверное, полностью спокойно. Я чувствовала, что у меня сухие руки. Я чувствовала, что рядом со мной пилон. Это тот агрегат, на котором я сейчас буду выступать. Он полностью готов, я тоже готова. И когда я начала танцевать, я уже ничего не помню. Белая пелена на глазах, не видно ни зрителя, никого, только свет в глазах. Сейчас я оглашу имя третьего финалиста. Итак. Наталья! Ну вот в голове крутится вот это. И сейчас Наталья Татаринцева. В следующий раунд проходит... Только я слышу на... Наталья Чумакова-Татаринцева! Все, у меня такой... Да. Когда я выходила со сцены, мне хотелось просто лечь, на самом деле, потому что мышцы очень сильно устают после такой нагрузки. Где-то у меня там судороги хватают, где-то пальцы болят, где-то руки там уже не чувствуют, начинают неметь. Я понимаю, что никакого отдыха, надо собираться дальше, надо готовить новый танец, новые синяки, снова в бой. Вот. Выступление в финале для меня сейчас самое важное. И я хочу рассказать людям маленькую историю любви. Когда ты находишься в эйфории любви, когда ты находишься в полете любви, в отношениях с человеком, она иногда затухает, да, то есть она становится каким-то таким приземленным чем-то. Люди иногда манипулируют этим чувством. Мне захотелось передать эту эмоцию, достать ее изнутри, показать ее людям. И мне кажется, что именно эта история будет интересна. Она действительно покорит сердца каждого. Наталья Чумакова-Татаринцева.
Наталья Чумакова-Татаринцева на главной сцене страны. Наташ, спасибо за прекрасное выступление. Хочу тебя спросить серьезный вопрос по поводу, что сказал муж после прошлого выступления? Поздравил меня, очень доволен выступлением. Вот так вот был доволен и все, больше ничего не сказал? Да, он сказал, я был доволен, нормально. Не говорил много поздравлений, на самом деле же не помню. Я очень прониклась этим выступлением, поэтому у меня сейчас эмоции очень такие трогательные, нежные внутри. Тогда давай спросим наших судей. А, Игорь? А я скажет? Тоже проникся. Насправді прекрасний етюд, який сподобається любителям духовного і тілесного також. Мені здалося, що це просто клас. Молодець. Спасибо. Ігор Васильович, а от коли ребята із Адема танцювали, ви пытались повторити їх движення прямо во время їх виступлення зараз, ви повторяли якісь движення? Ти хочеш моєї смерті в прямому ефірі, щоб я заліз на пілон і все? І... Ні, я просто хотів поінтересуватися. Просто позор. Я максимум, що можу, це прокрутитися на стільці отам от біля рояля. Це я можу. Це було б супер. Да. Ну, хто знає, може бути на гала-концерті. Гала-концерт, точно. Ні, насправді, Наталка, молодець, класно. Спасибо. Вячеслав. Ну, Игорь Васильевич, во-первых, чуть-чуть скрыл. Мы на кастинге с ним на пилон пробовали вылазить. Решили остановиться на хула-хупе. Вылазить. Дуэт был, я правильно понимаю? Да. Необычно. Пилон не выдержал. Погнули пилон, я помню эту историю. Было, да. Наташ, твое выступление – это очень красиво, очень талантливо. И я просто поражаюсь тому, что на пилоне можно так красиво, элегантно и профессионально выступать, танцевать, показывать класс шоу. Я поражен, честно говоря. И я считаю, что твое выступление даже достойно не финала, а гала-гала-гала мегафинала. Поэтому я действительно за тебя. Спасибо тебе. Спасибо. Слава, как тебе этот танец на пилоне? Восхитительно. И прекрасные чувства или послевкусие. Наташа, спасибо большое. Вот эта аллегория любви, которую ты для нас танцевала, лично меня затронула в самое сердце. Действительно, мне удалось почувствовать, насколько хрупкое это великое чувство, которое мы никогда не можем потрогать, но испытываем так, с такой болью и с такой чувственностью, и стараемся его сохранить всеми силами, а теряя, опустошаемся до конца. И, конечно, вместе с этим я почувствовала, что действительно хрупкая любовь такая же, как и наша жизнь, как и молодость, как и талант. И, наверное, точно так же, как и этот номер, потому что он граничит, тонкая грань между опасностью, которая тебя подстерегает в этом номере, не дай бог, соскользнешь, и легкостью, с которой ты все это делаешь. Браво, браво, браво. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, если вы считаете, что Наталья достойна мега-мега суперфинала, то поддержите ее своими голосами. Запоминайте номер телефона 0900-906-003. Либо отправляйте смс-сообщение с кодом 03 на номер 3399. Наташ, спасибо огромное. Ты наградила нас прекрасным выступлением. И очень хочется, чтобы зрители ответили тебе тем же и наградили тебя своими голосами. Спасибо. Это была Наталья Чумакова-Татаринцева.